Беларусь добилась значительных успехов в борьбе с ВИЧ-СПИДом. Об этом сегодня шла речь на встрече президента Беларуси с заместителем генерального секретаря ООН, исполнительным директором программы по ВИЧ-СПИДу Мишелем Сидебе. Это первый визит на столь высоком уровне в истории взаимодействия Беларуси с ЮНАИДС. Мишель Сидебе отметил, что Беларусь в числе первых добилась существенных результатов в предотвращении передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку. Также ЮНАИДС рассчитывает, что Беларусь первая в мире победит эпидемию ВИЧ. Сегодня на встрече с секретарем Комитета Компартии Китая провинции Хунань Ду Цяхао президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что межрегиональное взаимодействие должно стать локомотивом в отношениях Минска и Пекина. Переговоры с представителями правительственных и партийных структур КНР о развитии сотрудничества, в том числе инвестиционного, предваряют встречу президентов Беларуси и Китая, которые вышли на доверительное всестороннее стратегическое партнерство. Такой высокий уровень взаимодействия официально Пекин поддерживает всего с 4 государствами, включая нашу страну. Программу Европейских игр 2019 года в Беларуси войдут 15 видов спорта, 3 из них – игровые. Полный список станет известен после инспекционного визита Комиссии Европейских Олимпийских комитетов по проведению Евроигр. Для проведения масштабного соревнования необходимо подготовить около 10 тысяч волонтеров. Напомним, по итогам 45-й Генассамблеи Европейский Олимпийский комитет принял решение о проведении вторых Европейских игр в белорусской столице.